о тебе позаботиться и как перестать стареть. Привет, друзья! Вы когда-нибудь задумывались о том, что медитация не только успокаивает нервы, но и замедляет процессы старения? Да-да, это не просто слова какого-то гуру из Инстаграм. Это научный факт. И сегодня я вам расскажу, как медитации могут продлить вашу жизнь и сделать вас настоящим Бенджамином Баттоном. Мы можем сделать лучший или худший выбор. Надеюсь, ты сделаешь лучший. Все началось с исследования Нобелевского лауреата Элизабет Блэкберн. Конечно, у нее не была прямая цель это доказать, но косвенно ее исследования об этом говорят. В своих исследованиях выдающийся ученый доказал, что медитации влияют на наши клетки на молекулярном уровне. Ее исследования показали, что медитативные практики помогают замедлить старение организма, воздействуя на теломеры. Теломеры – это такие маленькие колпачки на концах наших хромосом, которые защищают ДНК от разрушения. И чем короче теломеры, тем быстрее стареет организм. Так вот, у тех, кто регулярно медитирует, теломеры не только не укорачиваются, но даже могут удлиняться. И это не какая-то магия или волшебство. Все это благодаря ферменту под названием теломераза. Именно этот фермент теломераза отвечает за ремонт наших теломер. И в ходе исследования Блэкберн обнаружила, что у людей, практикующих медитацию, уровень теломеразы значительно выше. А значит, медитация, помогает организму дольше оставаться молодым и здоровым. Круто, не правда ли? И это не домыслы досужих эзотериков. Это научные исследования, за которые ученая получила Нобелевскую премию. Но давайте поговорим о том, что это значит для нас с вами. Ученые уже доказали, что регулярные медитативные практики могут повысить продолжительность жизни. Меньше стресса, больше теломеразы и, как итог, более здоровая и долгая жизнь. И это не только о жизни, как о цифре в паспорте. Это еще и о ее качестве. Больше энергии, меньше болезней, лучше самочувствие. Я думаю, что на моем примере вы в этом уже убедились. Кто не верит, посмотрите мои старые видео. Кстати, это подтверждают и исторические факты. Например, некоторые буддийские монахи, которые практиковали медитации даже в течение нескольких часов в день, известны своей феноменальной продолжительностью жизни. И не случайно их организм оставался здоровым даже в старости. Они точно знали, как замедлить старение естественным путем. Теперь, дорогие, когда вы знаете, что медитация – это не просто способ избежать нервного срыва в понедельник, а реальный способ продлить свою жизнь. Просто представьте, что ваши теломеры укорачиваются, да, на какую-то там мизерную длину, но практически каждый день. А если человек находится в тревожности, в стрессе, не буду озвучивать ужасные вещи. Так все можно поменять, все можно изменить. Если уж не начать молодеть, то, по крайней мере, существенно замедлить старение организма. Так что, если вы хотите жить дольше, выглядеть моложе и быть на одной волне с теломеразой, возьмите в привычку хотя бы 10 минут в день побыть в медитации. Дышите глубже, потому что ваши теломеры этого заслуживают. А для того, чтобы эти практики стали для вас привычкой, для того, чтобы качественно улучшить свою жизнь, чувствовать себя моложе, энергичнее, здоровее, и не только чувствовать, но и пребывать в этом, вам нужна помощь хорошего учителя. И вы чувствуете, что сами не справитесь? Да, мы сначала зажигаемся, да, я буду делать, я буду молодеть. Проходит несколько дней, куда все делать? Можно подождать еще несколько лет или десятилетий, и ничего не изменится, по крайней мере, в лучшую сторону, это точно. Посмотрите, каких результатов достигли другие люди. Ссылка в описании под видео. А я, как всегда, всех вас люблю. Всем пока!